Данису всего 1,5 года, но он уже 2-й раз принимает участие в Дне города. У малыша будет оригинальная коляска. Сейчас ее украшает мама. Ильсияр не сомневается, их выход на параде колясок запомнится всем. В прошлом году мы принимали участие. Наша коляска была оформлена в стиле футбола, так как было приурочено чемпионату мира по футболу 2018. Спасибо большое нашему главному по дому и председателю СТОСПа микрорайона, что предложили нам участвовать в этом мероприятии. Нам очень нравится. Но в этом году мы решили что-то сделать более интересное. Но пока секрет раскрывать не будем. Парад колясок пройдет в сквере Лимаева в час дня. И это лишь малая часть празднования. А начнется все в 11 часов с яркого масштабного шествия на проспекте Мира. Колонны работников предприятий и учреждений будут представлять улицы родного города. Работники библиотек города будут участвовать в общей демонстрации. И мы будем представлять улицу Тукая, так как наша центральная библиотека находится на улице Габдуллы Тукая. В колонии пройдут все библиотечные работники города. И также у нас будут представлены герои тукаевских произведений. То есть будут в костюмах Шурале, Суанасы, Коза и Баран, вот и некоторые другие. На протяжении всего дня в разных уголках города одновременно будут работать 7 площадок. В полдень в парке нефтехимиков начнутся фестивали творчества рабочей молодежи и живого звука. А вечером, когда стемнеет, под открытым небом горожане смогут посмотреть уличное кино. О том, как идет подготовка, говорили на брифинге в мэрии. Уже 2-й год подряд мы предлагаем горожанам окунуться в мир киноиндустрии. Покажем ролики российских молодых режиссеров. Ролики уже у нас в городе, и мы с радостью готовы презентовать их нашему зрителю. И приглашаем всех на фестиваль уличного кино. В час дня в парке «Семья» пройдет фестиваль уличного театра. На Солнечной поляне – спортивные состязания и игры. Здесь, на площади около памятника Тукая, начнется шествие гармонистов. 30 музыкантов пройдут дружной колонной вокруг этого парка. Вечером празднование Дня города продолжится в парке нефтехимиков. Со сцены нижнекамцев поздравят популярный диджей и певица Цвета. Это будет в 7 вечера, а в 10 небо озарит праздничный салют. Наталья Плотникова, Фахри Исламов, новости НТР.